про живого унитаза. Бобизоны рисует. А это был ты свою крошиху нарисуешь. На лбу себе нарисуй. И потакивай. Да ладно. На бутылке лучше. Сейчас будет кринж. Как они ожидали, приятно. А у меня бабочки в животе. Не, блин, как я ж нарисовать? Словарный запас пополни. И по Тетрису показывает. На тапки это делает. Слабонервно мне смотреть. Не, блин, это рисунок. Но это не точно. Значит, пора к психиатру. С психиатру. Не, блин, перед камнями. Это уже шизофрения, значит. Это сериал. Для мультика длиной в одну минуту нужно нарисовать больше 1000 кадров. Лишняя трата времени. А ты что думал? Пойти в зад не хочешь? Не, блин, это целая трагедия. Смех без причины. Признак фиксика. По тебе не видно. Это нулик! За базаром следи. Лучше языком слежи. Нет, у него склероз. А у тебя шило в одном месте. Залагала. Скайп. Не каркай! Респект и вашу ха! Еще как поступают!
Ну, заплачь. За кутики на горы. Он дедит сай. За деньги ад. Он тебе фиксиков поставил. Толстеть легче. Какать запрещаю. Не, блин, по слогам. А я думал сама. А где еще? Покакаешь дома. Вкусных глистов! Не, блин, мистика! Депрессия в 0 лет. А этому только у пчёл жалко. Секрет слова мультяшка. Ща напишу этот секрет слова. Очень даже отлично получилось. Уже не в тренде. Непонятно. Все наперекосяк. Не палим контору!